Я всегда пел свои социальные песни. Всегда. Но только раньше их не показывало центральное телевидение и не транслировало центральное радио. А до 87 года я вообще не имел возможности выходить на сцену со своими песнями, как социальными, так и с лирическими. После того, как я спел песню «Чистые пруды», я стал иметь возможность выходить на сцену со своими песнями под «Чистые пруды». Я собирал аудитории большие под «Чистые пруды» в городах Советского Союза, а пел там социальные песни на этих концертах. Иногда у меня закатывали скандалы, приходили ко мне в гримерку, в основном женщины, и говорили, что это за безобразие, мы пришли послушать «Белого лебедя» с аккордеоном, а вы нам такое поете. Я им говорил, что это мои песни, и что они были написаны давно, и не петь я их не могу, потому что меня это очень волнует. Они говорили, тогда не обманывайте нас, а то вы по телевидению поете «Чистые пруды», а вот на концертах поете, значит, перестроились ублюдки во мгновение ока. Но я же не виноват, что центральное телевидение, как флюгер, следует за изменением, так сказать, курса политики нашего правительства. И все делает потом, задним числом. Я стараюсь, что ли, идти немного впереди событий. То есть потом кулаками, после драки кулаками махать уже, так сказать, не имеет смысла. Поэтому я не чушь лирики, я всегда писал лирические песни, потому что меня волнуют проблемы мира, жизни и смерти, философские какие-то вопросы, любовь, конечно. Но в первую очередь меня волнует судьба моей родины, моей отчизны. И какова судьба моей отчизны, такова, в общем, судьба и всех нас, которые, судьбы которых связаны с судьбой родины. И пока меня это волнует, я буду об этом петь. И я бы не хотел, чтобы когда-нибудь меня это перестало волновать. Актеры, музыканты и поэты
целители уставших наших душ. Цветы, венки собьют, они уходят вдаль, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным концом туда, куда ушел. Ушел от нас внезапно поэт и композитор Виктор Цой. С этой минуты вы уже не просто зрители. Вы присяжные заседатели. Сейчас будет происходить суд. Суд над теми, по вине которых когда-то великая держава российская превратилась в едва ли не самую отсталую страну планеты. А если выражаться точнее, просто в сырьевую базу развитых капиталистических стран. За каждое слово свое, произнесенное на сцене, за каждый жест я отвечаю, и все, что я делаю и говорю, могу подтвердить документально, имея большую библиотеку исторических материалов, которые на сегодняшний день не могут быть опубликованы ни центральной, ни подпольной прессой. Наш концерт разделяется на две части, диаметрально противоположных по смыслу и содержанию. Первая часть – это крик нашей души, вторая часть – музыка души. Тем из вас, кто пришел послушать только музыку, придется вытерпеть ее крик. Тем из вас, кому не вмоготу будет слушать наш крик, нужно сделать так. Раз, два, три. И попросить соседа, чтобы сосед толкнул, когда начнутся чистые пруды. Это в основном относится к коммунистам. Да и то, в общем, не к рядовым коммунистам. Потому что рядовые коммунисты до сих пор ничего не понимают. А к тем, кто разделяет и властвует. Мы никого из вас не собираемся ни к чему призывать. Я не претендую на абсолютную истину. Я просто обладаю информацией, и этой информацией я делюсь с вами. А как поступать с этой информацией, принимать ее или не принимать, это ваше право. С Богом! Жестокого времени дети. Лес на лесоповале. Не живут рядом с нами на свете те, что в бездну упали. В результате эпических фронт и безумных селекций оскудел генетический фонд богатейших коллекций.
Эти стихи написал поэт Иван Сакала. Дальше идут мои стихи. Ну, если можно назвать это стихами, я в основном пишу песенные тексты. И до конца концерта будут звучать только мои тексты. «Оскудел генетический фонд», пишет Иван Сакала. «Оскудел» — это автор смягчил. «Генофонд уничтожен». Потрудились вожди-палачи сделать все, что возможно, чтобы Россия уже никогда не смогла разогнуться, встать с колен и очнуться от сна и к истокам вернуться. Но что сможем мы выжить и жить, палачи вряд ли знали, и за это мы будем судить их сегодня вот здесь, в этом зале. Я прошу вас встать. Оденьте, пожалуйста, мундиры. Суд идет. Подсудимые доставлены? Да. Вводите. Первый. Второй. Третий. А впрочем, покажите сразу все. Их так много, что всех не Родина моя,
скорбно и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Доживает век Москва, дошла, дошла. Над куполами Люциферова звезда взошла, взошла. Наблюдая свысока, как идешь ты с молотка за пятак, как над памятью твоей смеется бывший твой лакей с запада. Родина моя, скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Лет омывают не дожди твой крест, твой крест. То слезы льют твои великие сыны с небес, с небес. Они взирают с облаков, как ты под игом мудаков клонишься. То запиваешь и грустишь, то голодаешь и молчишь, то молишься. Родина моя, скорбна и нема. Родина моя, ты сошла с ума. Родина моя, нищая с ума. Родина моя, ты сошла с ума. Сошла с ума. Сошла с ума, сошла с ума. По поводу того, что коммуняки покидают трон, сближаются с народом и каются, и верят, верят в перелом. О, не спешите, милые, не будьте так наивны. Вращаются колесики, и не заржавлен пресс. Видите, на месте и работает машина с дьявольским названием СС. КПСС. СС. КПСС. СС. Эй, кто там ходит в церковь, не опасаясь, что его настигнет завтра толпы позорный свист, не обнадеживай себя, брат мой во Христе. Лежит на Красной площади главный атеист, рекой течет к нему толпа рабов, не зная, что туда же по ночам заходит бес. Не дрогнут часовые, и до первых петухов там планы обсуждаются СС. КП, КПСС. СС.
КПСС. СС. КПСС. СС. КПСС. СС. КПСС. Поднимает русский флаг, наточен серп на кумаче, и звезды караулят купола, спокойно управляя рукою палачей. А те одели маски и, покаявшись в грехах, упорно занимаются перестановкой мест. Страна не сможет встать с колен, покуда на плечах зверь восседает у нее. СС, КПСС, СС, КПСС. Господа, это что, ламбада? Да, ламбада, но революционная. И при враждебной веют над нами. Недаром. Недаром? Недаром, да. Темные силы нас словно гнетут. До сих пор. До сих пор, до сих пор, да. Бой роковой мы вступили с врагами. С угару. На шару. На шару. Нас еще судьбы неизвестные ждут. И позор. Вот именно. Позор. Ну и что было дальше? Смело мы в бой пошли. Ага. И что? И вот пришли. Ага. И вот пришли. А, пришли. И вот пришли. Пришли. Пришли, пришли, пришли. Совершенно заморочили голову. То у вас революционные ламбады таджики пляшут, то чижиковы, пыжики. Андрей, ты зачем, почему ты чижика-пыжика сыграл, я не понимаю. Игорь, дело в том, что я играл не чижика-пыжика, я играл басовую партию из песни «Интернационал». О. Согласно партитуре. Да? Точно. А что, оказалось похоже, да? Да просто чижик-пыжик натуральный. Просто интересно, как... Еще раз, можно? Еще раз, просто действительно. Поручик, можно мне посмотреть, пока они сыграют?
Я ничего не понимаю. Это какое? Как, это просто получается одно произведение, что ли, целое? Просто, да? Да? А в оригинале можно послушать? В оригинале? Вот большевики дают. В арифметике есть такое правило. Ноль, как его не умножая, не увеличивай, так и остается нулем. А в этом замечательном гимне дебилов почему-то те, кто был ничем, но стали всем. Оригинально. Означает вперед и наоборот. Не вращайте бессмысленно глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Страну, где заколочены храмы, где священник скрывает под рясой КГБшный вагон. Покажите мне такую страну, где блаженствуют храмы, где правители грабят казну, попирая закон. Не вращайте бессмысленно глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя эту жизнь назвать. Земля стран таких не отыскать.
кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Не обращайте бессмысленно глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, нельзя это жизнью назвать. Позвольте, милейшие, что вы здесь делаете, собственно? Отметаю. Отметаете? Здесь, здесь же сцена. Вы что? Ваше благородие. Да. Вы как наши пришли? Ваши пришли еще в 17-м году. Вот Буденов цепели. Пришли, пришли и... Да это не наши. В 17-м году там их было там всего кучка. Генератор. Горе-то. Да уж. Порадовали. А что? А у нас здесь суд идет. А кого судите? Как кого? Вождей мирового пролетариата. А. Кастрюли головок? А при чем здесь кастрюльки? Как при чем? Они же очень любили песню эту петь. Кипить наш разум возмущенный. А где может разум копить? Только в кастрюле. В кастрюльке, да. А... Попробуйте. Давайте. Песню знаю, душевную. Только бы горя страна не увидела ни войну, ни перед войною. Из-за крупных и мелких вредителей, если б я был кремлевской стеною, а я ронял бы кирпичики на вредителей плоские лбы. И
глядишь, не возник бы культ личности, и войны, может, не было бы. Милейший, позволь, как звать тебя? Потапыч. Ага, потом еще. Потапыч, а при чем здесь война к твоей стене? Как? Кремлевской. Как при чем? Какой войне, собственно? И при чем здесь все это? Секунду. Всем уже давно известно, что с 1917 года советское правительство ведет войну против своего собственного народа. Да, это точно. Так? Так. Так. Так вот, если бы я был кремлевской стеною и вовремя метнул пару кирпичей в лысины, глядишь бы, в этой войны бы и не было. Понятно. Понятно? Продолжайте, Сударь. Чем отважнее пресса вгрызается в бесталиковые годы застоя, тем сильнее жалею я, братцы мои, что не смог стать кремлевской стеною. А я ранял бы, пулял бы каменьями прямо в лысины. Фу! Твою мать! Тех, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. Не пришлось бы кастрировать хронику, если б я был кремлевской стеною. Ведь другой бы была экономика, и культура была бы иною. А я ронял бы кирпичики, помогая тем самым отстаивать справедливость. И может быть нынче ни хрена б не пришлось перестраивать. Скажи, любезный, как тебе там, Потапыч, да? Потапыч? Ага. Скажи, будь добр, ну, коль ты уже так начал, вопрос можно задать еще тебе? Скажи, пожалуйста, как же ты тогда относишься к перестройке к нашей? Да. К чему? Ну, к чему? Вот, слушай, сейчас у нас идет перестройка. А, перекройка. Что перекройка? Вы. Ну перекройка я это называю. Ну, это Тришкин кафтан, знаешь как, вот не краи, все равно тут отвалится, там отпадет. Ага. Перекройка. А так как ты к ней относишься, да, ну ладно. А вы из какого отряда будете? О. Из отряда «Спасательный круг». А, это командир у вас этот, Кульков, Кульков. Тальков. А, секунду, Тальков, да. А вот у него есть такая душевная песня, такая «Перестроились ублюдки во мгновенье». Ока. Вот есть, 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 да. Вот спойте, а я резюме свое. Пожалуйста. Вот и все, развенчан культ вождя тирана. И соратников его выявлена суть. По реке кровавых слез, к берегам обмана, невезучая страна держала путь. По реке кровавых слез, к берегам обмана, невезучая страна держала путь. Стоп! Стоп! Думаю себе, что это тут не так. Культ развенчан, а тиран спит в земле святой, и в святой стене лежат палачи и гады, рядом с теми, кто раздавлен был под их пятой. Вот так, вот тебе и перестройка. Вот так, что это тут не так? Не так. А затем схватил штурвал кукурузный гений, и давай махать с трибуны грязным башмаком. Вот. Помахал и передал вскоре эстафету пятикратному герою, кумиру Туратов. А тот герой бесспорно был красный металлист, металлист. Облепился орденами, стол топя, грабил бедных.
тут не так. Все кричим застой, застой и клянем судьбу. Но... А родня героя ездит в мерседесах, бенцах и официально заявляет, что видит нас всех в рабу в белых тапочках. Вот тебе и это самое прикройка. Вот так. Что это тут не так, ваше благородие? Вот сверкнул надежды луч. Где Анастасия? Где он? Уж отчаялась и ждать. Где луч? Что греха таить? Мы теперь должны зажить честно и красиво. Мы должны зажить счастливо. Правильно зажить. Стоп! Луч. Правильно зажить? Да. А вот это вот не видали? Стоп, думали себе. Тут опять загвоздка. Кто вчера стоял у трона, тот и ноги там. Перестроились ублюдки в мгновение ока. И пока они у трона, грош цена всем нам. Ой, да перестроились паскуды в мгновение ока. И пока они у трона, грош цена всем нам. Потапыч, ну, тогда уж так и быть, коль пошло так. Еще один вопрос, да? Скажи, пожалуйста, а как же ты тогда относишься, ну, например, о, к гласности? Цыганочку с выходом. Что, сыграть? Да. Маэстро. А я скажу, как гласность. Хорошо, давай. Полумрак, то ли полуперестройка, то ли полуперекрах. Полука рукам голова, полуговорить Москва. Полу что это показала, полупере указала. То ли где-то полумрак, полу всем нам, то ли друг. Полупере как-то так, так как полупере вдруг. Иногда сквозь полустены долетает до меня. Куда? Ничего. Хорошо. Ничего. Ну, последний вопрос уже. Ну что, я просто уже хочу до конца узнать мнение народа. Скажи, пожалуйста, ну, я не знаю даже ничего. Спроси. Как ты относишься вот к Карлу Марксу? Да. Так же, как к Фридриху Энгельсу. Очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы полюбовались на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем выражал благодарность, молотилкой колхозник, рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец. Ну а я кое-кому засадил кирпичом. Вот так, живут Америка с Европой. Вот так. Демократы минувшего века. И чего вы бесились, престолу грозя? Ведь природа не дура, и бог не калека. Но вы его в шею, ну так же нельзя. Может, вам и хотелось наладить все сразу. Только спешка нужна при охоте на блок. А природа не может творить по приказу. И совсем уж понятно, не может и бог. Вот так, вот так. Живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас зачем? Господа демократы, поспешите воскреснуть. Выходите на суд одурманенных масс. Пусть ответит за все Чернышевский, Ерцин.
живут, а давай, милой, давай за Россию, матушку, давай, вот так. Ну а у нас все через, у нас все через, у нас все через. Через что у нас? Ну через что? Через тернии к звездам, конечно, через что же? Ура! 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 Будёновцы, сран. Ура! Знаете, каким звездам? Каким? Кремлевским звездам то, к масонским, вот, сатанинским, вот, сатанинским, вот, живут Америка с Европой, вот, вот. Ну а у нас и через, вот, вот, живут Америка с Европой, вот, вот. Ну а у нас и через. Живут Америка с Европой, фото, фото. Ну а у нас еще есть фото, фото, фото. Живут Америка с Европой, фото, фото. Вот так, вот так. Живут Америка с Европой. Вот так, вот так. Ну а у нас еще еще. Вот так, вот так. Живут Америка с Европой. Вот так. Через эти туда, сюда, да. И опять туда. Что? Господа. Игорь Владимирович, я понимаю, что возмущению нет предела. Что с вами? Сударь, что за веселье? Вы понимаете, дело в том, что человек тут приходил из народа. Мундиры сняли, не успел я на 5 минут отойти. Может, еще и выпили? Не. Чуть-чуть. Дело в том, что он мнение высказывал. Кто? Человек. Какой? Пришел вот сюда на сцену из народа. Такой Потапыч. Да. Такой весь. Такой. И что? И мнение начал высказывать. И как? И высказывал, будёновцев он оскорблял. Ну, будёновцев можно, ладно, ничего страшного. Она зрительная. А народ не оскорблял? Нет? Не оскорблял. Я даже скажу больше, мнения даже совпадают. Совпадает мнение? Пожалуйста. Ой, ну слава тебе, Господи. А то я думаю, что вообще что-то стрясло. Я думаю, вы просто... Ради Бога. Ну, хорошо, ладно. Одевайте мундиры. Одевайте. Потапычи, не Потапычи. Не успел на 5 минут отойти, уже тут анархия началась. У нас продолжается суд. Следующий подсудимый. Бывший царский офицер Филипп Кузьмич Миронов. Покажите нам его, пожалуйста. Царский офицер Миронов, георгиевский кавалер, герой русско-японской войны. В 17 году изменяет присяге, срывает с себя ордена и золотые погоны, и кресты, и идет воевать за так называемую народную власть. Покажите нам, пожалуйста, Миронова на партбилете в форме царского офицера. Угу. Спасибо. Вот на партбилете с георгиевскими крестами. В 17 году он идет воевать за так называемую народную власть. И когда эта так называемая народная власть одерживает победу над своим народом, что происходит в 1921 году, Филипп Кузьмич прозревает. Он за эту власть воевал и дослужился до поста командарма 2-й конной армии. Но прозревает он слишком поздно, как в свое время поздно прозрели и Котовский, и Думенко, и другие легендарные полководцы. Как только прозрел Котовский, вот уже убили, как только прозрел Думенко, его убили. Также поступили с остальными. Последним прозревшим легендарным полководцем был Филипп Кузьмич Миронов. В 21-м году, сразу же после окончания войны большевиков с русским народом, он был арестован, заточен в Бутырскую тюрьму и там расстрелян. Бывший под Исаул.
Саул уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил: так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил: так надо. Он вскочил на коня, проскакал полверсты, но как вкопанный встал у речного затона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. И река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа, и услышал казак: ты идешь воевать за народную власть, со своим же народом. И услышал казак: ой, ты идешь воевать за народную власть, со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шпоры врезал с досады, а конь шарахнулся так, как от ладана черт от затона, где в ил оседали награды. Люба, Люба, разбежи, старшим атаманом не приходится тужить. По родной стороне, где леса и поля превратились в плацдармы, бывший подъезд преуспел в той войне и закончил ее на посту командарма. Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. Вспомнил и командар, и проклятие отца, и как Божий наказ у реки не послушал, когда щелкнул затвор, и 9 граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. А затон все хранит в глубине ордена, и вросли в берега золотые погоны. На года, на века, на все времена, непорушенной памятью Тихого Дона. На года, на века, на все времена, непорушенной памятью Тихого Дона.
когда-нибудь, когда устанет зло насиловать тебя, едва живую, и на твое иссохшее чело Господь слезу уронит дождевую. Ты выпрямишь свой перебитый стан, как прежде ощутишь себя мессией, и расцветешь на зависть всем врагам. Несчастная, великая Россия. Петербург мирил врагов высокой доблестью полков, век золотой Екатерины. Россия! Главою Москвою струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили, да раздражала силы зла, и видно, так их доняла, что ослепить тебя лишь. Россия, Россия, разверзли с треском небеса и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя, новоявленные иуды. Тебя связали кулачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебе прочел кровавый царь великий гений.
листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандала. О, генеральская тетрадь, забитой правдой возрождения, как тяжело тебя считать обманутому. Жестокого времени дети. Лес на лесоповале. Не живут рядом с нами на свете те, что в бездну упали. В результате эпических фронт и безумных селекций оскудел генетический фонд богатейших колец. Скорбь великая, слезы и грусть, прозябание на коленях. Что плохого вам сделала Русь, уважаемый гений? Ну, не нравился вам наш народ. Ну, так в Швейцарии бы и оставались. И кровавый свой переворот там, в Швейцарии, свершить бы и попытались. Ладно, хватит. Мы встали с колен и расправили плечи. Пусть вокруг запустение и тлен, но еще и не вечер. Не дано вам, иудам, понять, в чем секрет нашей силы, и не вычислить, и не разгадать тайной мощи России. Просыпается русский народ, поднимаются, наконец-то, веки. А прозревший, он вас проклянет, проклянет вас навеки.
которой родился и рос. На руинах нищей страны, под дождями из слез. Но не предан земле тиран, объявивший войну в стране. И не видно конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Когда затихают бои на привале, а не в строю, я о мире и о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: устал, ошибаются те и другие, это привал, привал. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гения. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Давайте, поручик, скажите свое слово большевикам. Точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков в страну не дураков, а гениев. И поверженный пою, я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны вернусь. Thank you.
вернусь. С войны. Присаживаться. Если хотите, можете прилечь. Сейчас вам подадут шампанское. Шампанского, господам, пожалуйста. Берите, берите, поручик. Будёновцам минеральную воду, пожалуйста. Мадемуазель, одну минуту. Господа присяжные заседатели, спасибо и вам. Вы славно потрудились. Теперь будем отдыхать. К сожалению, не можем вас угостить всех шампанским. Сами понимаете, не до революции живем. Впереди вас ожидают только положительные эмоции и отдых. Предлагаю вам совершить небольшое путешествие в недалекое будущее. В то будущее, в котором, наверное, уже будут жить наши с вами дети. Человек так устроен, не может видеть завтрашний день в силу того, что не имеет возможности приподниматься над временем и пространством. И только пророкам удается приподниматься над временем и пространством и видеть будущее с высоты. Я не пророк, но мне почему-то кажется, что то, что мы там увидим в нашем будущем сегодня, оно будет именно так. Именно так. И никак иначе. Da-d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 a
окончен бал, погасли свечи черные, не успевшие поджечь всю планету, и не вечный оказался красный меч, пропитавший кровью землю, невиновный стороны, что бельмом сияло белым в черном глазе сатаны. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. И на площади, на красной, на которой дьявол жил, перестанут поджигаться те, кого допек режим. И слетит шароголовый с пьедестала прямо в ад, и ему там черти снова новый мавзолей соорудят. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. Партработники перепугались и наделали штаны. Все, ребята, отплясались, сколько можно, на балу у сатаны. У чертей на сковородках вы будете теперь как караси. Ой, лихо вжаривать чечетку за предательство Руси. Сатана гулять устал, гаснут свечи, кончен бал. 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 С новой эрой вас, господа! Аккордеон.
там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веком зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. И в памяти твоей мы встретимся, наверное, и воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокой нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Задали лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее, счастливее и моложе. Пролетели быстрые годы, успевшие все изменить.
внезапно ушла с небосвода, как будто устала светить. Чем дальше, тем меньше твой свет проникает в сердца полюбивших тебя. Они понимают, не понимают и любят тебя, не любя. Теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первой встречи. Ну, а я скажу тебе, самый лучший день, самый лучший день у нас сегодня был. И очень хорошо, что он уже прошел, и от последних слов меня освободил. Что твои слова я всерьез не принимаю. Память очень часто бывает не права,
то, что было, украшая, украшая. Да, что я скажу тебе, самый лучший день, самый лучший день у нас сегодня был. И очень хорошо, что он уже прошел, и от последних слов меня освободил. Капля счастья в океане слез растворилась безвозвратно, и не в нашей власти сладость первых грез оживить воспоминание. То, что я скажу тебе, самый лучший день, самый лучший день у нас сегодня был. И очень хорошо, что он уже прошел, и от последних слов меня освободил. С ним вдвоем у
любого окна. Летний дождь шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она. Счастье ищешь пути,
приходишь, чтобы проститься, и снова уйдет. Лети. Лети. Счастливого пути. Thank you.
экстазе и не будь ханжой. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, но жить душой. Понимаешь, 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 но не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Не живи в экстазе, этот мир с ума сошел. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, но жить душой. Этот мир с ума сошел. Нет, не знаешь, ох, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Верить надо в разум, ну а жить душой.
нечего тут больше делать. Завтра уедет, махнет на все рукой. Завтра уедет и спать спокой. Далеко завтра уедет, ляжет на грудь. А те, кто стал его, простят и все поймут. Уедет, уедет, уедет. Да! Резюме.
Влюбился в демократа, старый брежневский пират. Комсомольская бригада назвалась программой «Взгляд». Минздрав метнулся в джуни, атеисты верят в глоб. И бомбит шлобов с трибуны, самый первый в мире жлоб. Метаморфоза, 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 метаморфоза. Комсомолец из горкома в шоу-бизнес перелез, снял значок с шароголовым и напялил модный крест. Резко стал капиталистом, коммунист из Госкино, и вместо фильмов о чекистах рекламирует порно. Метаморфоза, 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 метаморфоза. А мой сосед, я ж завернулся на глушняк, орет как ненормальный, перестройка. Ну я-то знаю, кем он был в разгар, но этого... Хотел меня сослать, козел, и даже называл антисоветчиком. Ну а теперь, как видит, то кричит: ура, ура, Талькову, он за народ. Метаморфоза, 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 метаморфоза. Может, это нормально, может, так и быть должно. Все, что было аморально, стало не аморально. Ой, перестроиться несложно, только вот ведь в чем беда. Да. Перестроить можно рожу, ну а душу никогда. Метаморфоза.